Всем привет! Пару недель назад вышло видео об изготовлении силиконовой приманки на окуня. Приманка получилась достаточно уловистой. Я решил попросить ребят из фирмы Silix, которые производят продукцию для литья силиконовых приманок, сделать форму моей приманки в камне, на что они согласились, за что им большое спасибо. Сегодня отольем приманку в новых неоновых цветах. Кстати, эта форма уже есть в продаже, ссылку на нее оставлю в описании. Доставка по всему миру. Лить приманки сегодня буду из силикона Optimus серии Soft. Силикон взбалтываю 5 минут. Смазываем форму. Наливаем примерно 20 мл силикона. Ставим в микроволновку и через каждые 10 секунд достаем и перемешиваем. Сначала силикон должен стать гелеобразным, а потом жидким. Как только он стал жидким и прозрачным, он готов к добавлению краски и заливки. Начнем с цвета шартрез, неон. Добавляю 7 капель. Добавляю еще 3. Насыпем блестки. Зажимаем форму струбцинами в двух местах. Ставим на подогрев силикон еще на 10 секунд. Прогреваем шприц и заливаем. Ждем минутку. И достаем приманки. Пролилось все просто идеально. Цвет очень яркий, камера не может точно передать. Рецепт 10 капель на 20 мл силикона. Кстати, краску можно добавлять в горячий силикон перед заливкой. Она не перегорает. Литник отправляется на повторную переработку. Второй цвет не новый, но очень уловистый. Добавляем 5 капель. Немного зеленой блестки. Проверяем. Цвет зеленоватый с переливом. На просвет красный. Рецепт 5 капель на 20 мл силикона и зеленая блестка, можно заменить красной. Следующий цвет цитрус, неон. Добавляем 5 капель. Немного блестки Electric Gold. Ну и аттрактант.
Цвет и правда получился очень яркий. Рецепт 5 капель на 20 мл. Цвет зеленый неон. Добавляем также 5 капель. Блестка электрозелень. Но здесь камера практически правильно передала цвет. Он прям кислотный, очень яркий. Пробуем следующий неоновый цвет. Для начала также 5 капель. Добавлю еще 2. Рецепт 7 капель на 15 мл силикона. Этот цвет не новый, но очень уловистый по всему хищнику. Решил также отлить приманку в этом цвете. Добавляю 5 капель на 20 мл силикона. Цвет получился фиолетово-коричневый. Ну и завершающий неоновый цвет. Смотрится очень даже интересно. Рецепт 5 капель на 15 мл силикона. Эту форму силиконовой приманки и новые неоновые цвета вы можете купить в интернет-магазине фирмы Silix. Доставляют продукцию они по всему миру. Ссылку на форму и их магазин оставлю в описании. А если видео понравилось и было полезным, поддержи лайком. Спасибо за просмотр. Всем добра!